попадают в стартовую пятерку в течение этого сезона. Лунберг начинает с промаха. Милутинов начинает с подбора. 4-2. Уникс впереди. Шенгели доставляет мяч в передовую зону. Сразу пускается в проход. Обыгрывается на руки. Впервые за долгое, очень долгое время в том самом матче, который ЦСКА проиграл в Единой Лиге ВТБ в Казани. Он не набрал. И шестая команда лиги по количеству реализованных трехочковых бросков. ЦСКА и Уникс, соответственно, Шенгели. Ну, тут уж бросили его. И займет, точнее, разделит 12-ю строчку в списке игроков всех времен с Анте Томичем, который ныне выступает за Ковентут, и свой результат. В лицо Алексею Шведу Усинский запускает трехочковую бомбу, включаясь в это соревнование дальнобойщиков. Хезанья, шикарный пас, и Швед, шикарный возврат, защиту и горшок для Усинского. Только он на пролом выпустил за лицевую линию. Не совладал с ведением здесь Клайбер. Пришлось ему отдать мяч на Шенгели. Тот хорош. Они не успевают фалить. Им просто на плечах забегает под кольцо. И там уже фалить поздно. Шенгели разбирается. Аккуратно. Снова прихватывает своих оппонентов. И Шенгели перехват. Промах из-под кольца. Два раза не промахивает. Ухов на Шенгеле, и только в окружении троих соперников опять оказывается. Чудом сохраняет этот мяч Фолкман.